Мы находимся в долине реки Городни. Это особо охраняемая природная территория. Уникальный уголок почти дикой природы на юге Москвы. И, конечно же, сюда тоже придут благоустраивать все. Будут здесь ездить бульдозеры, все это вот портить весь этот почвенный покров для того, чтобы потом его заменить на искусственный. Жители, конечно, в ужасе, жители в шоке. Я вызвался им помочь избежать этого бедствия. План благоустройства, который выкатили жителям, нигде не обсуждался, ни с кем. Жители против. Они будут требовать, по-видимому, проведения публичных слушаний по данному вопросу, когда они будут разрешены городом. Считаю, что до этого момента все планы, а тем более работы и приготовления к ним должны быть остановлены. И я попытаюсь реализовать вот такую схему действий.